Наводили на них ужас после сеансов. Я помню. Они помещали нас в машину, чтобы мы повторяли шаги. Я не помню никаких сеансов. Тебе повезло, что ты не помнишь. Начнешь вспоминать, он вернется. Кто? Кто вернется? Кто? О, посмотрите-ка. Как же ты вырос. Куда ты уходишь? Не иди за ним, его там нет. Мистер Дейтман, всем оставшимся подразделениям. Ah!
невесомости. Внимание! Система пожаротушения вышла из строя. Пожалуйста, перейдите по этому каналу точку, чтобы остановить пожар. Внимание! Подача кислорода упала на 60%. Персонал остался без лета. Шаги. Он хочет, чтобы я следовал шагам. Шаг один. Залезть в темную машину. Стросс, успокойся, он тебе не навредит. Он хочет, чтобы я залез в темную машину, Айзек. Но я не могу. Она там. Она ждет меня. Стросс! О, господи, господи, боже! Стросс, слушай меня. Мы должны двигаться дальше. Ты можешь добраться до поезда? Он идет. Я не могу говорить. Yeah.
Айзек? Он ушел. Слушай, шаги могут разрушить обелиск. Шаг один. Залезть в темную машину. Шаг два. Со всех сторон закручиваются винты. Я не понимаю. О, господи, он вернулся. Нет. Нет. Оттуда. И не ври, что хочешь помочь. Последний такой помощник пытался меня замочить. Успокойся. С чего мне тебя убивать? Вот. Правильно. Попробуешь. И ты труп. Слушай, давай начнем разговор сначала. Я Айзек. Элли, чего тебе надо, Айзек? Я пытаюсь добраться к транспортному терминалу. Мне нужно в правительственный сектор. А мы, по-твоему, чем занимаемся? Слушай, я могу помочь. Шансов спастись больше, если держаться вместе. Разве не так? Ага, как же. Сейчас любой лишний человек обуза. Я открою дверь. Но дальше каждый сам по себе. И, пожалуйста, не ходи за мной, окей? Подожди! Thank you.
15 минут. Не баловаться. Боишься, если будешь слушать меня, вскроешь себе вены? Со мной этот трюк не пройдет.
Можешь дурачить с троса, но я знаю, что ты не настоящая. Если я не настоящий, кто же стоит перед тобой? Всего лишь галлюцинация. Строс знает, как тебя уничтожить. Знает, как уничтожить обелиск. И мы тебя уничтожим. Как это удобно, уничтожь обелиск, и вся боль уйдет без следа. И больше никогда не надо будет слушать свое сердце. Айзек, это Элли. Я тут кое-кого нашла. Еще один выживший говорит, что знает тебя. Айзек! Я же сказала, не рыпайся. Элли, полегче. Это Строс. Я знаю его. Он какой-то дерганый. Я ему не доверяю. Не рыпайся. Элли, мне нужно, чтобы он не умер. Он мне нужен. Черт. Ладно, Айзек. Я выведу его к терминалу, но если он выкинет что-то, хоть что-то, я его пристрелю. Давай же, двигай! Привет, Айзек. Знаешь, мне тут не по себе. Только утром я с трудом выбралась из этого CAC-комплекса. Так ты из CAC? Пилот грузовой платформы класс 4. А ты? Инженер. Вот он. Блин. Темно. Он найдет меня в темноте. Заглохни. Просто вырубился свет. Народ, вы там в порядке? Нет. Жизнеобеспечение тоже отключилось. Хорошо. Два наших последних субъекта, Кларк и Строс. Так и знал, что рано или поздно вы доберетесь до терминала. Вагонетки больше не ходят. Ты в своем уме? Отключил систему жизнеобеспечения. Тут могут быть другие выжившие. Условия в гражданском секторе уже давно несовместимы с жизнью. Я не могу позволить вам сбежать. Прощай, Кларк. Черт, Айзек! Берегись! Он бежит к тебе! Почему ты, Эдмон, отрубил питание? Чем ты ему так насолил? Элли, ты знаешь, что такое обелиск? Да. Юнитологи из моей команды только о нем и говорили. Он что, существует? Да, существует. Эдмон создал его, используя код. Данные, которые хранятся у нас в головах. Все, что происходит на станции сейчас, происходит из-за обелиска. Я должен добраться до него и уничтожить. А Строс знает, как это сделать. А ты занятный тип, Айзек.
Ты мне поможешь? Или помогу тебе, или задохнусь. Выбора особо нет. Хорошо. Тогда нам надо восстановить питание. Или останемся и без транспорта, и без воздуха. Должен где-то быть запасной источник. Ну да. Наверху есть солнечный кластер, но он пылится уже много лет. Ясно. Я иду туда. Надеюсь, получится его запустить. Кто-то должен будет раскрыть солнечные батареи. Беру это на себя. Только присматривай за Стросом. Строс. Без электричества. Тут любой звук слышно за несколько кварталов. Он нас выдаст. Элли, не позволяй ему уйти в себя. Я должен узнать, что он пытается сказать. Thank you.